Окончательно пропавшая из поля зрения аудитории Валерий Леонтьев переживает кризис. Возникшая ситуация заставила артиста в корне изменить свое отношение к недавно принятому решению. Вокалист официально объявил, что гастролировать по России и миру впредь больше не намерен. Виной тому стали недуги, с которыми Леонтьев борется уже не один год. Возрастному артисту становится все сложнее стоять, а резь в глазах и стремительная потеря зрения просто не оставляли ему шансов. Теперь же стало известно, что в отсутствии концертов Леонтьев вынужден был поставить менеджерам вопрос ребром, отчаявшись найти альтернативные источники заработка, музыкант решил продать свой особняк в Майами. Шикарные апартаменты Леонтьев в свое время прикупил, будучи на гребне волны. Теперь же, чтобы подлатать здоровье, от недвижимости ему придется избавиться.